В Магадане отметили День рыбака. В связи с ограничительными мерами мероприятие не было массовым. Тем не менее, на площадке парка собралось немало горожан с детьми, соблюдающими социальную дистанцию. Открытие праздника сопровождалось выступлением муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки. Горожан поздравил мэр Магадана Юрий Гришан. Я хочу поздравить тех, кого здесь нет, кто в море, кто добывает рыбу, краба, креветку, все, что там есть, морскую капусту, все, кто работает в переработке рыбной продукции, с этим праздником, чтобы у них всегда было 7 футов под килем, чтобы всегда у них были хорошие доходы, чтобы они всегда радовали свои семьи. Впервые традиционный праздник «День рыбака» состоялся в парке «Маяк». Сейчас излюбленное место отдыха магаданцев находится на втором этапе строительства. Вскоре зона отдыха видоизменится, и для горожан будут созданы дополнительные удобства. Заканчивается ресторан быстрого питания «Фестфуд». Компания «Москва-фуд» Москва должна его сдать буквально через месяц. Там мы получим замечательный зал, современное питание, великолепную смотровую площадку. Раз мы на море, мы знаем, что по названиям наш вот сквер морской, в котором мы тоже любим быть, скоро соединится берегоукрепление, и можно будет пешком прийти из сквера морского сюда, в парк «Маяк». В продолжении праздника для зрителей выступили вокалисты, акробаты и танцевальные коллективы города. Кроме того, участники мероприятия были вовлечены в интерактивные игры, которые проводились с предоставлением средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.